72 года. Галина Черепковская приехала из Истры, чтобы вместе с другими членами активного долголетия принять участие в мастер-классе по усовершенствованию техники хода на лыжах при передвижении классическим стилем. Говорит, что лыжами, а еще плаванием занимается очень давно и даже руководит хором. По словам коллег, она для всех пример. Я не могу такого сказать, но стараюсь я для молодежи быть, для внучки особенно. Принять участие в разогревающей разминке, лыжном забеге и заминке смогли все желающие. Занятие провел известный спортсмен Иван Марченков. Заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Елена Дегтева подчеркивает, такие активности бабушкам и дедушкам идут только на пользу. Всегда это, конечно же, бодрость духа, отличное настроение. И, безусловно, то, что сейчас погода устанавливается и светит солнце, мы будем расширять наши активности именно на свежем воздухе. Конечно, это сразу же и румянец, и улыбка. И здесь накладывается другое, наша техника правильного дыхания. После такой активной пробежки самое время выпить горячего чаю и поделиться впечатлениями. Лариса Лазутина присоединилась к румяным и веселым участникам. Я горжусь вами, поверьте. Всегда беру у вас опыт, жизненный опыт самое главное. Это, наверное, самый есть и главный опыт. Я хочу вам пожелать только одного, чтобы были тут всегда такими активными, здоровыми, чтобы вы всегда делились своим опытом. Члены клуба признались, что обучение на лыжне давалось им порой нелегко, но мастер-класс принес так много радости, что следующего занятия они будут ждать с большим нетерпением. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».